сегодня у меня выпускной. Сниму влог, но не знаю, будет ли у меня времени там снимать, когда мы будем уже при параде, можно так сказать. Сейчас 3 часа, я гуляю с собакой и еду на маникюр, педикюр и на прическу. Тоже буду снимать и... Да, по возможности сниму, что смогу, но боюсь, что у меня сядет зарядка и я ничего не смогу снять. Потому что мы всю ночь будем, еще утро будем там праздновать, как бы. Еще в школе будет. Ну вот, сейчас гуляю с собакой. С Кевином. Я иду на маникюр. Педикюр, прическу, вот уже. Подхожу к месту. Надеюсь, что все получится, и я успею на прическу, потому что у меня времени вообще мало. Надеюсь, мне успеют сделать маникюр, педикюр за полтора часа. Ну, надеюсь, все успею, и будет красиво. У меня еще полчаса. Я ем пиццу, кофтенку и компотик. Все как обычно. Закроем глаза мы, но не закрыть души. В сердце моем будут новые раны. Сердце больше нет одна. Всем пофиг, это давно.
Привет всем! Мы сейчас 7:30 утра, мы на Воробьевых горах, и мы очень устали, мы очень хотим спать. Вон наш лимузин стоит. Вот. Мы в нем спали, мы просто ехали 40 минут и спали. Я не спала, я просто закрыла глаза. Мы находимся на Воробьевых горах. Вот МГУ. Мы пофоткались. Тоже некоторые упаковки есть. Патрон. Сегодня я у меня. Мы очень устали. Я срывала голос, мы очень громко кричали, там танцевали. Просто вообще.